В республике намерены создать промышленные технопарки. Реализовать эти планы поможет Федеральная ассоциация кластеров. Готовая инфраструктура становится залогом инвестиционного развития регионов. Только в индустриальных парках Чебоксар в ближайшие годы должны открыться более 20 производственных площадок. Преференции для бизнеса создают и в Канаше. Предпринимателей, работающих в моногороде, освобождают от налогов на имущество и землю. Для правительства республики поддержка производителей – ключевая задача, отметил Олег Николаев. У нас есть отдельные институты, площадки, особые зоны, да, но может быть где-то сейчас у нас отсутствует стройность их функционирования и взаимодействия и координации, в том числе их деятельности. Сам бизнес знает, как он работает. Мы, понимая, как он работает, понимаем, где мы можем подставить, как говорится, плечо, помочь. Одним из эффективных инструментов развития малого и среднего бизнеса могут стать промышленные технопарки. В республике такие площадки планируют создать на базе крупных предприятий. Промышленные технопарки – это, прежде всего, готовая промышленная инфраструктура, предназначена для снижения издержек при поддержке малого и среднего бизнеса. При этом государство запустило два уникальных инструмента. Эти инструменты предназначены для промышленных предприятий, имеющих избыточные промышленные площади. По большому счету, это достаточно уникальный инструмент, который будет действовать до 2024 года. На создание технопарка в рамках национального проекта регион может привлечь до 500 миллионов рублей. Временно исполняющий обязанности главы республики намерен провести деловые переговоры с руководителями крупных предприятий, чтобы сверить планы работ. Мы в любом случае планируем в ближайшее время с каждым крупным предприятием, скажем, крупной площадкой составить план совместных действий. Попробуем собрать все это, упаковать, проанализировать, там, может быть, на следующей неделе, да, там, что мы можем, мы отдельно с предприятиями переговорим. Заявки на участие в конкурсе на получение господдержки из федерального бюджета предприятия республики должны подать в ближайшее время, отметил Олег Николаев. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.